Привет, друзья! Сегодня к нам в гости приплыла маленькая красивенькая рыбка, идеально подходящая для масюсенького аквариума. К сожалению, эта рыбка не так часто встречается в продаже, но я думаю, это дело поправимое, и аквариумисты восстановят справедливость. И я надеюсь, рыбка вам понравится. А рыбка называется разбор аксельрода. Хотя из рода разбор эту рыбку давно выгнали доблестные исследователи и запихнули ее в рот сундаданию. Но я все равно буду называть ее разборой, звучит как-то получше, чем сундаданию. Ну а вы называйте как хотите, рыбки это по барабану. Рыбка это, можно сказать, новичок в аквариуме. Обнаружили ее в 1974 году и обнаружили не в реке, не в озере или болоте, а в аквариуме у торговца рыбками в Сингапуре. Рыбку нашел доктор Аксельрод, в честь которого ее и назвал ученый Бриттон, по науке описавший этого маленького рыбаса. И только потом уже рыбку отыскали в природе, в пресноводных водоемах Суматры и Борнео. Там они живут в мелких, заросших водной растительностью водоемах со слабым течением. Питаются разборки в природе различной мелкой живностью и немного щиплют водорослевое обрастание, так и выживают в этом жестоком подводном мире. Откуда к нам приплыла разбор аксельрода, мы разобрались. А как же выглядит эта малышка? По строению тела типичная тетра. Маленькая тетра. Окрас довольно интересный и разнообразный. Рыбка может быть оливковой, зеленоватой, синей и иногда красноватой. Все зависит от места вылова. Например, с острова Суматра обычно привозят синих или голубоватых разбор, узу у которых окрашена в красный цвет. Самцов от самок отличить вполне возможно. Самцы поярче окрашены, и на брюшном плавнике у них есть черная отметина. А теперь про размер. Почему же я эту рыбку называю маленькой? А потому что ее размер не превышает 3 см, что очень даже неплохо для любителей маленьких аквариумов. Ну а теперь поговорим про то, как же правильно содержать разбор аксельрода в домашнем аквариуме. Начну с того, что рыбка эта достаточно привередливая к параметрам воды, а именно к их резким изменениям, особенно температурным. Чем стабильнее параметры, тем лучше для рыбки. А параметры должны быть такими. Температура воды от 23 до 26 градусов, кислотность 6-6,5, жесткость воды до 10, вода пресная. Теперь про сам аквариум. По объему желательно, чтобы на одну разборку приходилось от 2-3 литров воды. Аквариум стоит накрыть крышкой. Рыбки иногда с перепугу выпрыгивают. Желательно установить фильтр и компрессор. Особенно если в аквариуме есть другие рыбки, кроме разбор. И все это оборудование не должно создавать сильного течения. Раз в неделю нужно подменивать до 20% воды на свежую. И помните о параметрах. Заливаемая вода должна быть такой же, как в аквариуме. Особенно следите за температурой. Лучше перестраховаться. Грунт подходит любой, а освещение лучше рассеянное. Этого можно запросто добиться, пустив на поверхность воды плавающие растения. Сам аквариум можно украсить на свой вкус. Главное, не забывайте про растения. Аквариум не должен быть пустой. Заросли можно расположить поближе к стенкам аквариума, оставив спереди свободное место для наблюдения за рыбками и их кормления. Укрытия из гротов этим рыбам не нужны. А вот если есть возможность установить корягу, смело ставьте. Если, конечно, вам это хочется. А можно поставить крупный камень, и будет у вас в аквариуме подводная скала. Так, аквариум обустроили, и пришло время поговорить про поведение разбора аксельрода. Содержать разбору лучше группой, начиная от 10 рыбок. В группе они ведут себя более храбро, хотя идеальной стаи и не образуют. Видимо, близость своих родственников очень положительно действует на разбор. Плавают они в основном в средних слоях воды. По характеру мирные, видимо, размер выпендриваться не позволяет. Соседи к ним можно подсадить любых мирных и некрупных рыбок, например, неонов, кардиналов или гуппи. А теперь про корм. К корму аксельродики никаких претензий не предъявляют, кроме его размера. Корм должен быть мелким. Можно кормить трубочником, мелким мотылем, дафниями, циклопами, каретрой и другой живностью, как в живом, так и в замороженном виде. Рыбки спокойно поедают и сухие мелкие корма. Можно подкармливать кормами с растительными добавками.
Так, рыбок покормили, вот и пришла очередь поговорить про их разведение. Разборы аксельрода могут спокойно отнереститься прямо в общем аквариуме, но сохранить мальков будет сложновато. Поэтому отдельный нерестовик с сеткой на дне и мелколистным растением в толще воды будет надежнее. Параметры воды такие же, как в общем аквариуме. Главное, не забывайте про ее жесткость. Не больше 10, а то икра может не оплодотвориться. Отдельного освещения устанавливать не нужно. Можно поставить слабую продувку воздухом. На нерест сажают как пару, так и группу рыбок. Перед посадкой в нерестовик самцов и самок можно рассадить на недельку, чтобы самки спокойно набрали икру и выметали ее за раз, а не тянули нерест целую неделю или две. После нереста родителей отсаживают, а сетку, защищающую икру, убирают. Дня через три появятся личинки, и еще дня через три они поплывут искать корм. Первые корма — инфузории, артемии и микрочерви. Можно подкармливать мелко перетертыми сухими кормами для взрослых рыбок или спецкормами для мальков. В аквариуме с малышами должна быть чистота. И при наличии чистоты и корма вскоре у вас будет плавать стая разбор аксельрода. Здоровья вам и вашим питомцам. Пока!